Очередной скандал на популярном реалити-шоу. В Истринский отдел полиции Московской области поступило заявление от участника проекта Рустама Колганова. В нем молодой человек, известный поклонникам как Рустам Солнцев, заявляет, что его до потери сознания избил другой участник телешоу Сергей Пынзарь. По информации интернет-СМИ, конфликт произошел из-за того, что Солнцев якобы попросил Пынзаря покинуть проект вместе с семьей. В телефонном разговоре Рустам Солнцев подтвердил нам, что драка действительно была. Да, я это подтверждаю, все верно. Ну, там же на форуме все написано. Единственное, я вот это вам могу сказать, только все остальное я не буду комментировать. Все верно. Все взрослые люди, каждый отвечает за свой поступок. В самом отделе МВД по Истринскому району Московской области нам подтвердили, что гражданин Рустам Колганов действительно подал заявление на своего обидчика. А это значит, что полицейские обязаны будут отреагировать и провести по данному факту проверку.